Приветствую всех. Привет, Алексей. Рад нашей встрече. Я знаю, что ты занимаешься сетевым маркетингом. Угу. Вот. Я решил, что тебе нужно предложить наконец-то кое-что серьезное. Угу. Это не то, чем ты занимаешься. Я не серьезно занимаюсь. Ты не серьезно занимаешься. Потому что серьезный бизнес есть только в одной компании, в сетевых компаниях. Это в нашей самой старой американской компании. То есть она самая. Она самая старая, самая надежная. И поэтому самая серьезная там бизнес. Поэтому самая серьезная. Поэтому бизнес есть только в ней. Остальных? Остальных нет. А почему? Потому что наша компания самая старая. Американская. Прикольно. Сергей, ты, конечно, подготовился к встрече, я чувствую. Расскажи мне тогда по маркетинг-плану. Чем маркетинговый план интересен? Ты знаешь, он интересен всем. В принципе, это самый интересный маркетинг-план из всех, которые есть. Самые большие выплаты и самый надежный. Поскольку компания самая старая, и она американская, соответственно, она самая богатая. Значит, выплаты самые большие. Понятно. Ну, а вот кроме самые, и как бы вот богатые, и самые американские, и самые старые, вот кроме этого, и цифры. Ты можешь мне вот нарисовать детали, цифры? Ну, ты сам какой-то другой компании это, или что-то еще? Сравнивать нет смысла. Почему? Потому что я знаю, что в нашей компании будет все равно лучше. Понятно. Аргумент. Сказать почему? Ну. Потому что наша компания самая старая. И она американская. По поводу продуктов. По поводу продуктов, ты знаешь, у нас продукты от иголки до самолета. Понятно. Самолет сейчас можно купить. Самолет сейчас можно купить. Он стоит в ангаре. Под Москвой. Ты же понимаешь, что их много, да, там ангаров. Наша компания открывает ангары каждый месяц. Ну, серьезно, а какие товары сейчас есть? Допустим, вот мы сейчас в России с тобой находимся, там, или в Украине, какие товары есть? А в России самолеты только российские. То есть Боингов нет. Понятно. Вот. Ну, от иголки до самолета, как говорил, есть все. Что не назовешь, все будет. То есть можно сделать операцию? Операцию можно сделать. Обрезать быку яйца. Обрезать. Все что угодно. И пришить. И сварить тогда. Слушай, ну серьезно, у тебя компания. Это мне нравится. Кстати, планируется дальше развивать такие услуги, как укладка асфальта в небольших городах. Интересно. Это очень перспективно. Это единственная компания, которая предлагает такую услугу. Понятно. Через дистрибьютора. И дистрибьютор будет укладывать асфальт вокруг своего дома. Это уже подробно. Сами. Это хорошо, железно. Нет, будут укладывать спонсор, будут укладывать его первая линия. Ну, нормально. Это очень выгодный бизнес. Ну, согласен. Очень хорошо. В принципе, железный маркетинг. Вот прайс... Да, и, кстати, есть прайс. Вот покажи мне его. Ты знаешь, прайс физически его пощупать нельзя, потому что в электронном виде он занимает 500 гигабайт. Текст мелким шрифтом заархивированный. Ты понимаешь, что от иголки до самолета сколько может быть продуктов? Ну да, плюс описание подробно. Плюс если еще иголки стоят. Не только жесткий диск. Это прайс-лист? Это прайс-лист. То есть полностью. Ты мне сейчас его закинешь на компьютер, но в принципе на компьютере нет столько. Ты можешь его подключить, да, и ты будешь просматривать в этом год. Ну нормально, хорошо. Слушай, а по поводу, ну допустим, если я хочу вступить, ну просто мне вот интересно, я понятно, пока не спешу, да. Мне интересно, вот есть какое-то обучение или что-то такое? Да, у нас самое лучшее обучение, поскольку компания самая старая, она американская, у нас самые надежные. Сетевики самые надежные. Но вот люди конкретно есть, кто это организовал? Да, у нас организовал человек, который сейчас находится в статусе двойной коронованный валун. Это такой статус компании, это высший статус. Он за год из статуса Галька стал двойным коронованным валуном. Статус. Подожди, я смотрю маркетинг-план. Просто интересно, что статусы Галька, речной камень, значит, речной булыжник, булыжник крупный. Угу. Булыжник средний, да. Нет, там разные у них какие-то проценты, да, там это все? Да, конечно. Все понятно. Вот вступишь в бизнес, будешь галькой. Вот я из гальки до речного камушка за 3 месяца дошел. Серьезно. Ты можешь, поскольку у меня есть опыт, можешь дойти до месяца. Хорошо. Я видел людей на семинарах, которые за год становились двойными валунами.
Серьезно. Слушай, ну серьезно. Слушай, а, ну, в принципе, суть бизнеса, ну, допустим, я как-то вот как, что мне делать? Знаешь, я тебе скажу просто, Алексей, суть нашего бизнеса – это из гальки выращивать волосы. Проще быть не может. Не надо забивать свою голову, просто ищи гальку, выращивай волосы. Все, тут больше тебе не надо ничего знать. У нас все очень просто, компания самая старая, самая надежная, у них все очень просто. Нашел гальку, вырастил волосы. Все. Ты обрастаешь валунами, через 5 лет двойной коронованный валун. Не знаешь, какой вопрос мучает, вот честно. Компания самая старая, самая надежная, самая хорошая. Да, ты уловил суть. Я понял, понял, безусловно. С этим даже не спорю. Ты вот знаешь какие-то другие компании, что в принципе они существуют? Они существуют. Ну они просто существуют. Там самое правильное название, они просто существуют. А наша компания растет и развивается. Единственное. Единственной нашей компании есть бизнес. В других компаниях бизнеса нет. То есть, понятно. Вообще ни в американских, ни в китайских, ни в японских никаких. Нет. Понятно. Ты знаешь, это точно про мою компанию что-нибудь знаешь? Я про нее слышал. Но я знаю одно, в ней бизнеса нет. А если у меня он уже есть? Нет, ты врешь. Ты это не. Ты врешь. Понятно. А ты честно. Понятно, что у тебя такого опыта нет, как у меня. Поэтому ты врешь. Я. По глазам. Да. Ну, это серьезно. Просто ты думаешь, что у тебя есть бизнес, пока ты не был в нашей компании. А. Когда ты становишься волном, ты понимаешь, что такое бизнес. Вот мне хорошо. Я, ну, допустим, я стал... Хорошо. Мне это интересно. Ты как ты смотришь на то, чтобы сравнить вот мою компанию? Ты знаешь, это лишняя трата времени, потому что я в любом случае выигрыш финансово на стороне моей компании. Ну, можно сравнить, поиграться в это. А зачем играться? Мы люди серьезные. Ну я серьезный у меня. Я двойной волн. Я уже давно не играю. Так ты же недавно был. Нет, я за 3 месяца стал дальше. А ты двойной волн? Да, двойной волн я зашел. Через год. А давай посмотрим, как вот. Волны в такие игры не играют. Волны делают бизнес серьезно. Я точно знаю, что у нас лучше все. Маркетинг план, продукт. И все остальное. Интересно. Интересно, тебе интересно, конечно. Я вижу твой маркетинг, твой прайс-лист, 3 листочка. Да. 500 гигабайт в архиве. Какие еще вопросы? Вопросов, конечно. Ну, в принципе, много. Вопрос ответ один. Потому что наша компания самая старая, она американская. Я сдаюсь. Спасибо. Давай, все, я подписываюсь. Через час сдаю все деньги. Подписываюсь.